Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы играем в Splinter Cell Blacklist. Итак, вот у нас новое. Давайте, так, Стюарт, так, проникните в особняк посредника террористов и допросите его. Сэм, у нас проблемы. Никаких проблем. Нури знает, что ты у нас. Он думает, ты сдал его. Ничего страшного, переживет. У Нури тебя точно ждет засада. Если хочешь обхитрить его... Так, и допросить его. Собаки, о, как все замечательно. У тебя тут все устроено. Колин что-нибудь сказал? Не поверишь, сказал. У Нури есть бункер на крайний случай. Правда, источник Кобина не знает, где именно он находится. Шикарно. Хочешь подождать? Нет. Нам это даже на руку. Зачем гнаться за Нури? Он сам себя в угол загоняет. Как мы заставим Нури скрыться в убежище? Вырубим ему свет. Дай мне доступ к пункту охраны. Я найду разведритель и дело в шляпе. Место? По дороге к главным воротам. Скину детали на твой обсад. Так. Меня что, уже заметили? Или что? А, во. Все. Я спустился, я крут. Так. Нормально. А, удерживать здесь надо. Ну хорошо, удерживаем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. Мало ли, что ты там видишь. Так. Мы на крышу, да, не можем. Тихо. Убил. Так, ладно. Мина шокер у меня еще осталось. Собака. Ну вот, очередной собачник. Тихо. Сколько вас еще можно выпускать оттуда? Нет. Патроны я возместил. Идем. Смотрим. У собак вроде не слышно и не видно. Так, фонарики вы мне нахрен не нужны. По крайней мере, не сей час. Можно было, конечно, на виллу зайти, только я не знаю, можно ли зайти туда или нет. Ладно, пока никого нет. Ай-яй-яй-яй-яй. А, нет, правильно, смотрите-ка, идем, нам надо свет сначала отключить. СМИ прав. Я в комнате безопасности. Я все могу взломать. Пусть Чарли перенаправит видеопоток в СМИ. Подключу программу распознавания лиц, чтобы найти Нури. Давай. Пошла, Сэм. Он идет в дом. Балкон – слабое место системы охраны. Подтверждаю. Тенек бы не помешал. Надо вырубить питание. По камерам есть хороший обзор территории? Сейчас тебе все скину.
Давай. Много энергии идет к щитовой будке у бассейна. Видимо, там под землей главный трансформатор. Я туда. Какие вы все умные. Пробирайте через окно сзади. Открываю его. Вперед. Действуй. Так. Кто здесь есть? Он где-то показан по карте. Даже двое. Так вот здесь вот сверху я смогу. Я их увижу. Что ты? Ой-ой-ой-ой-ой. Что творится? Что творится? Как страшно жить. Ну бывает, что теперь? Кому вы нахрен такие нужны, если службу так несете? Так что никакой жалости. Сами виноваты. Так, и собакина. Ой-ой-ой. Не-не-не-не-не. Давай-ка сюда. Сейчас мы их устраним по-быстрому. Опа. Нам тут лишние не нужны. Так. Ну вот, все, подобрались к этому домику. Заходим как к себе домой. Опа. О, что, дроном, да, испытание? Работает. Телеметрия в норме. Помех передачи данных нет. Ладно, поехали. Так. Осторожней, Сэм. Он все же не бесшумный, и Эми тут не поможет. Не волнуйся, я сберегу твою игрушку. Как мне? Как-то сюда надо, да? Теперь наверх. Так. Ладушки. Сюда-сюда. Блин, целые катакомбы. Сэм, ты почти у распределителя. Está agradable aquí, ¿no? Está fresco. Tiene que ser así, por el vino. Mira, no me importa por qué. Solo me alegro de trabajar aquí dentro esta noche. De veras, el vino debe estar fresco o se fastidia. Te digo que el vino me importa una mierda. Pero es interesante. ¿Sabías que hay que girar las botellas seguido mientras reposa? No es mi trabajo. Ya quisieras. Al tipo del vino le pagan mejor que nosotros. ¿Qué dices? Так, вот нормально, блин, аж дыхание задержал. Эми на готове. Поехали. А что мне надо? Блин.
Началось. Ага. Есть визуальное подтверждение. В здании темно. Нури запрется в своем бункере. Мне нужны координаты. Я пока ищу. Отметила два возможных пути в здании. Через балкон и боковую дверь. Отправляю тебе на обсад. Так, ладно. Что за хрень? У нас проблемы. Ничего. Света нет. Проверь подвал. Живей. Блин. Боковую дверь. Отправляю тебе на обсад. Что за хрень? У нас проблемы. Света нет. Проверь подвал. Так. Мира! Пока все идет по плану. Захват. Так. Собаки. Собаки лают. Где вы? Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Так, давайте посмотрим, у меня тут где-то захват должен быть. Вот так, захватили тело, хотя так думаю, что оно не обязательно мне нужно было. У нас проблема. Мимо владения Нури несколько раз проехал черный грузовик. На военной радиочастоте говорят на фарси. Будь осторожнее. Грим, бункер у него сборный? Далеко не мог. Да. Из отличного титанового сплава. В твоих очках должен светиться. Да должен, должен. Вон он. Сэм, Нури понатыкал инфракрасных лазеров, прервал луч, поднял тревогу. Да мы уже знаем это. Они наверху, блин. Кажется, вон оттуда. Ой-ой-ой-ой. Закроем. Через очки. Эй, мне нужна помощь. Ладно, идем. Давай. Так, где у меня есть мина бесконтактная? Да подождите вы. Блин. Пута! Ищи слабые места бункера, чтобы попасть внутрь. Сейчас начнется нахрен. На.
Очень хитрый. Так. Мы не знаем, где он. Смотрите в оба. Блин, блинский. Кобин, предложу попробовать через верхний этаж. Да я знаю, что через верхний этаж. Не расслабляться, он может где-то прятаться. Сейчас я спрячусь, подожди. Ой-ой-ой. Вроде бы пока все нормально, да? Так, иду, иду. И мне надо... А что мне надо? Мне надо запастись. Вот оно. Как-то надо было по-другому, да, ее оглушать. Типа дроны или чё? Оглядись через очки. А мне чё очки-то? Я по другому поводу сейчас ищу. Еще разок. Я нашел бункер, но дверь, похоже, из стали, дюймов 8. Нури не экономил. Блин. Уж лучше попробуй потолок, он тоньше. Так. Мне не потолок сейчас нужен. Блин, а как мне взять-то? Ладно. Итак. А, мне наверх надо. Ой, как-то забыл маленько здесь все. Я помню, что на выходе меня там вот до хрена людей будут ждать. Так. Это лишнее мы уберем. Тайник. Ну-ка. Нет, тайник-то где-то здесь. Вот он. Взяли флешечку. И пойдемте к картине в туалете. За мной. Ну и все. Под особняком есть туннель, я сам его устроил. Он ведет к личному причалу. Ага. Ты разберись с ними, а я пока здесь подожду. Будь наготове. Какой шустрый. Нури, пошел. Вон они, полезли. Они нас отрезали. Вижу их. Я остаюсь здесь.
На. Так. Ну где ты там? Все чисто, бегом. Пойдем. Где этот туннель, Нури? Уже Нури. Близко. Ага, ну вроде как в безопасности, да, мы с тобой? Относительно и ненадолго. Мы уже почти у входа. Грим, мы приближаемся к туннелю. Есть варианты? Есть один. Река — единственный путь. У причала Нури есть лодка. Значит, надо до причала добраться. Тут и для меня оружие найдется. Нет уж, мне пуля в спину ни к чему. А, вот он где. Почему я не мог добраться и не видел это. Все. Хочешь жить, так. Начинай говорить про Садика. Схема простая. Он мне наличные, я ему солдат. Зачем ему солдаты? Не мое это дело. Давай, давай. Открывай. Погнали. Сложновато будет сейчас еще за тобой присматривать. Не спеши. Да ты что, издеваешься? Вот как ты обходишься с теми, кого защищаешь. Притихни, нам обоим будет проще. Да. Так. Блин. Ни хрена так-то далеко. Вытаскивать-то его. А эти еще уроды сильно уж смотрят. Ну. Аккуратненько уходим. Пусть он там и остается. Это плохая идея. Это хорошая идея. Вот плохая идея. Нравятся последствия? Блин. Стрельба одиночными. А, пистолет только. Уходим. Давай, давай, шевели колготками. Мы успеваем пока что, укладываемся. Понял. Так и так бежим. А, нет, мы еще не бежали, оказывается. Так. Опа. Да! Имена, живо. Вот, держи. Вот в этом файле имена и номера паспортов всех агентов, посланных Садику. Грим, отправляю тебе файл с телефона Нури. Проверь его. Сейчас. У нас нет времени. Думаешь, я тебе доверюсь? Сэм, выдвигайтесь. Ну, что, еще на катере, что ли? Нет, смотрите-ка. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И увидимся в следующем видео. Пока.